Друзья, всем привет! Вы на канале «Птица Алматы». 13 октября 2020 года. Сегодня попытаемся, как обычно, половить птиц. Посмотрим, что из этого получится, какая птица зайдет у нас. Ловить мы будем на обычную оску. В принципе, птицы летает достаточно много. Летают и щеглы, и чижи, и зяблики, и реплы. Но мы ждем сегодня черноголового щегла. Не знаю, посмотрим, получится, не получится поймать его. В принципе, в середине октября он должен уже появиться у нас в Алмате. Я очень рад, что вы смотрите мой канал, что оставляете свои комментарии, задаете свои вопросы. Я чувствую эту обратную связь. Вы все молодцы. Ставьте лайки, обязательно делитесь этим видео. Показывайте его своим друзьям птицеловым. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Я всегда стараюсь по мере возможности отвечать на все комментарии ваши. В общем, давайте посмотрим, как это будет.
Тихо, тихо. Шугни его, он за тобой сидит. Они не боязливы, он сейчас залетит. Это овсянка буланная? Это бюрок. Да не все с той стороны, что ли? Ну здорово они зашли. Репел? Да.
Подошло время отпускать наших щеглов, пойманных птиц. Давайте. Давай, вылетай. Все на волю. Все на волю. Все на волю. На волю, на волю. Давай. Вот так. Ну что, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Спасибо всем подписчикам из России, из Узбекистана, из Италии, из Алжира. Даже пишут мне ребята. Смотрят. Я тоже желаю всем удачи, отличной ловли. Любите птиц. Уважайте ловлю. Занимайтесь браконьерством. Выпускайте на волю птиц. В общем, всем удачи. До новых встреч.